Вопрос топонимики крымско-татарского языка. В Сакском регионе состоялась встреча активистов и представителей общественных организаций. Обсудили основные проблемы региона и крымско-татарского народа. Такие встречи проводят регулярно совместно с заместителями глав администрации других районов. Встречу посетил представитель администрации президента. Особое внимание сегодня уделяет изучению крымско-татарского языка. Было распоряжение главы республики, значит, по языку, по топонимике, по справкам по реабилитации, по гражданству. И через 20 дней было заседание Общественной палаты Республики Крым, где были поставлены два вопроса. Это вопрос языка и топонимики. Все-таки мы услышали то, что крымский татарский язык как государственный будет с сентября месяца изучаться как предмет. Разрабатываются госстандарты, началось там вот это вот бадание. А так это, в принципе, системная работа по всей стране, и это будет приведено к единому стандарту изучения языков Российской Федерации, национальных, государственных языков, чтобы было всем понятно, и это соответствовало как бы учебному процессу.